Уважаемые жители Якутии, примите мои искренние поздравления со столетием со дня образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Одним из инициаторов образования автономии в Якутии стал советский государственный партийный деятель Максим Кирович Амосов. Важную роль в этом процессе сыграли также Исидор Барахов и Платон Аюнский, и другие сыны якутского народа. Основой индустриальной мощи Якутии, ее богатые культурные традиции, закладывались несколькими поколениями старателей, шахтеров и металлургов, животноводов, рыболовов и лесорубов, учителей, врачей, писателей, поэтов, ученых, творцов и созидателей. Сегодня Республика Саха играет значительную роль в развитии отечественной экономики. Эффективно работают добывающая, перерабатывающая и лесная промышленность, топливно-энергетический комплекс. Большое внимание уделяется развитию судостроения, легкой и пищевой промышленности. Но главное богатство региона – это трудолюбивые и талантливые люди. Благодарю всех жителей Республики Саха за любовь и преданность родной земле, за труд на благо нынешнего и будущих поколений. Желаю крепкого сибирского здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, благополучия вам и вашим семьям.